что перед вами это остатки предыдущей цивилизации до гавайцев. Называлась это цивилизация Мини-Хуны. Ну, они, в общем, их считали за полубогов. И, в общем, они считают, что вот этот храм был построен ими. И также там еще есть озеро, которое Мини-Хуны построили за один час или за одну ночь, я уже не помню, за час или за ночь они там. И эту пирамиду, и то озеро они построили за одну ночь. За одну ночь, да. Вот, по их преданиям, по их легендам, в общем. И гавайцы сами жили здесь, их основной город был здесь, вот возле этой бывшей пирамиды, то, что осталось сейчас от нее вы видите. Для гавайцев была важна вода не только для питья, но и для того, чтобы выращивать тару. Вот оно само, это не как пшеница, этому тару нужна вода. Как вы видите, как это все произрастает. Это была основная еда у них, как я понимаю. И они селились там, где это тару могло жить. Где вода? Здесь, видите, везде живность, куда бы ни пришел, везде какие-то рыбки, лягушечки. Фантастические камни. Вот, ну и нам здесь рассказали, что здесь в долине раньше выращивали только тару. Вот, в общем, рыба, тару, курица, вот их еда была. Куры здесь сами по себе живут. Вот, смотрите, раскололся камень. Здесь вода течет и разбила камни. И посмотрите на сами камни, какие они интересные, прекрасные. То есть я вам показывал там, значит, это вершина пирамиды, а здесь, я думаю, низина была. Вот насколько она гигантская. Вот вам показывает Шуга. Вам показывает Шуга. Ладно. Вот. Вот она какая красота. Камни действительно древние. Валуны. На Гавайях мы постоянно сталкиваемся с радугой. Притом одна радуга уходит, исчезает, приходит вторая радуга. Буквально сейчас до этой радуги была другая радуга. В общем, Гавайи – это страна радуги. Вот то, что отображено в их культуре, в их песнях. Смотрите, какой красивый вид. Замечательный. Просто фантастика. Просто какой-то рай. Если убрать все прайсы и цены, не смотреть на цены, не смотреть в меню. Вообще, что сколько здесь стоит, то, конечно, райское место. Безумно-безумно красивое, замечательное. Вот, особенно если просыпаться с утра. Если просыпаться с утра, как я. Я сменил часовой пояс, и поэтому до сих пор не могу перестроиться и просыпаюсь где-то в 5 утра. Sunset on Waikiki. A lot of people around. Еще один прекрасный вид. Просто фантастика.
Мне еще сказали, что когда здесь идут дожди, то здесь видны водопады. Вот вы видите линии такие, как морщины. Вот по ним сбегает вода. И, наверное, это вообще нереальная красота, если это все увидеть. Просто дух захватывает и не сочетается с реальностью это все, конечно. Безумная красота, и никаких тебе ни мошек, ни москитос, ничего нет. Ничто не листает, ничто тебя не кусает. Мы уже повидали столько деревьев в этом мире, но еще не видели такое. Я уже посмотрел табличку, и называется это Трансвааль Гордения. Соответственно, она откуда-то из Южной Африки, я делаю вывод. И это из семейства кофе. Смотрите, какие странные плоды. Ух, хэви. И цветы, смотрите. Yellow flowers. Yellow flowers. Oh my god. Интересно, что там внутри? А из него что, кофе делают или что? Оно из семейства кофейных. А-а-а. Что из него делают, не написано. В общем, вот такое прекрасное дерево. Всем привет с Гавайев. This is where American wines live. Красотища. 600,000? 600,000. What? Six? The house? А. Так выглядит my room, моя комната. В общем, она очень-очень маленькая. С утра я проснулся под звуки душевного секса. Вот ванная комната. Конечно, стены здесь очень-очень тонкие. Это, конечно, печально. Но зато здесь отличный вид. Сейчас мы откроем, выйдем на залив. Вот это местечко называется Вайкики. Я здесь уже не первый раз, но обычно я останавливался вот в тех домах. Сейчас я остановился здесь с прекрасным видом на океан. Как вы видите, людей очень-очень много. И когда мы летели, был полный самолет, просто битком, битком забитый. Несмотря на все эти ковид-тесты, за которые нужно заплатить по $150 за человека, и потом еще контроль, потом большая очередь, вот, тебя проверяют полностью, записывают и так далее, но все равно, когда сюда прилетаешь, очень классно все. Что касается масок, в основном люди без масок, и мы знаем, что полиция может подойти, потому что по закону ты должен быть с маской, когда ты гуляешь по улице. Not in the beach, on the beach, not on the beach, не на пляже. Вот, но полиция обычно, когда подходит, тебя спрашивает одеть, ты если ее надеваешь, то штраф не платишь. В общем, ситуация вот такая, в принципе. А так, в принципе, все отлично, все хорошо. Ну, вон, вы видите, люди идут и держат маски в руках, то есть не на лице они у них. И здесь вот тоже люди, видите, сидят, тоже без масок. Но, к сожалению, половина бизнесов здесь пообанкротилась, и поэтому даже приехать в какой-то ресторан не так просто попасть, потому что все забито, все занято. В общем, как-то так. И отели все битком забиты людьми тоже. Вот. Ну, потому что сейчас high season, и людей ничего не останавливает. Никакие карантинные меры, ничто не останавливает, в общем. Это кратер вулкана, называется Diamond Head. Очень-очень красивое место с видом на горы, облака. Сейчас уже закат у нас. Вот он, закатище. Путешествуем по Гавайям. Today's a good day because there's less traffic. Tomorrow it'll be busy here.
общем, это местечко называется Kiana Point. Очень-очень красивое место. Как вы видите, прекрасный пляж. Ладно. Ага. Ну, здесь, короче, военная база американская. Слежение за спутниками, вот вы видите. И такой прекрасный пляж. А? И очень классно то, что ты купаешься, а вокруг такие горы. Просто фантастика какая-то. Просто фантастические. Фантастические виды. И особенно это вдаль, панорама. Там идут дожди, как мы видим. А здесь солнечно. Правда, очень сильные волны. Начало у нас апреля. Но вода уже теплая. Уже можно купаться, все хорошо. Сейчас мы посетим секретное место. Secret place. Вот с вами зайдем вот в эту пещеру, посмотрим, как это выглядит внутри. Вот вы видите, везде дорога, никого нет. Ну, практически никого, потому что Гавайи, они очень популярные, кстати, здесь невозможно. Вот смотрите, люди останавливаются, пропускают посреди дороги. Сейчас мы с вами посетим, посмотрим, что там внутри. О, как бывает. Такие камни тысячелетние. Сейчас с вами пройдем в это мистическое место. Кстати, я уже там вижу какой-то ананас. Но обычно гавайцы считают какие-то места священными, что там духи их живут. И они приносят туда ананасы, ну так, всякие фрукты. И вы можете как бы понять, что вы в святом месте. Месте силы, в общем, гавайской силы. Ну, здесь действительно как little, ну, по-английски чуть не сказал, как маленький храм. В гавайском стиле вы видите ананас. Какие-то цветы были. Вот. И там еда. Ну, обычно так гавайцы приносят пожертвования своим усопшим родственникам. Вот, вы видите, там гавайская еда. Вот такое еще одно место силы. Скрытое. Очень классно. В общем, друзья, вот такой красивый дом. Посмотрели, в общем, он будет стоить в общей сложности 2 миллиона 600 тысяч, где-то так. Смотрите, какой красивый, на фоне гор. Вот, как это бывает на самом деле, красота какая. И рядышком здесь океан. Вот прям за этим домом, за желтым, сразу океан. Вот видите, он продается. Сразу океан. То есть буквально в 2 минутах. Просто красота какая-то невероятная. Видите, здесь все так ухожено. Yes, beautiful. Вот. И с другой стороны такие прекрасные горы. Просто необычайная красота. И номер такой необычный, 41-10-10. Вот так вот люди живут, вот так они живут. В такой красоте. Кто-то уже живет в раю в этой реальности. И притом здесь
раз дом, два дом и три. То есть гостевой домик небольшой. И еще внутри я вижу, что там какая-то беседка и какой-то садик. И здесь пруд с рыбами. Вот вы видите. Тоже классно. Прям небольшой прудик. Классный. Вот так. Ланикай Бич. Одно из красивейших мест. Мы уже его снимали в предыдущих роликах. Очень-очень-очень-очень красивое. Обязательное посещению. Небывалая красота, божественная. Просто фантастика. В общем, друзья, это дерево называется плюмерия, и по нему обычно гавайцы различают сезоны, потому что когда опадают цветы, ну, наступает зима. Вот когда все цветет, весна. В общем, дерево сезонов. Очень-очень красивые цветы. И на фоне неба это, конечно, выглядит фантастически. Просто красота невероятная. Тем более это находится все внутри кратера. То есть это тоже как бы кратер, где сейчас ботанический сад. И вы видите, что разные совершенно цветы, разная цветовая гамма. Просто чувствуешь себя, как будто в рай попал, как будто ты в раю находишься. Ну, то есть, понимаете, да, когда вот они голые, без цветочков эти деревья, это значит зима у них. Когда цветы распускаются, значит весна. В общем, вот так гавайцы различают сезон. Конечно, классно, что это все в виде какого-то такого фантастического сказочного леса. Потому что, посмотрите, представьте себе, что вы идете, и все вокруг. И они еще, естественно, эти цветочки кладут там в рис, в рыбу. Очень красиво получается. Вот, а они еще и разные. Вот желтые есть, вот розовый такой цвет. Есть еще красноватые. Вот, то есть разная совершенно цветовая гамма этих цветов райских. Волшебное место под названием Макапу пляж. Как всегда, мы здесь наслаждаемся жизнью. Если вы будете на Вайкики, где-нибудь на Гавайях, обязательно посетите. Сейчас, конечно, очень большие волны. Наверное, даже немножечко опасно купаться. Ну, как вы видите, вот дорога идет вдоль таких прекрасных-прекрасных гор. Отсюда у меня уже было видео. И не раз. Это один из моих любимейших пляжей вообще мира. Я не знаю, здесь я чувствую себя просто на все 100%. Очень-очень прекрасно. То есть я считаю, что это место силы. Ну и вы можете посмотреть видео. У меня есть на YouTube-канале, где мы встречались с гавайкой, которая как раз вот здесь, вот недалеко была и говорила, что здесь захоронены ее предки. Лечила Ивана, воду опускала. Ну, в общем, волшебное место. И гавайцы уже давно это место приметили как одно из мест силы. Вы меня спрашивали про места силы. Вот одно из мест силы – это Макапу Бич. А другое место – это Масл Рок. Тоже можно найти у меня на YouTube-канале. Там где-то недалеко от Сан-Франциско. Тоже очень-очень классное место. И тоже есть видео.
еще одно интересное дерево, называется переския. Вот вы видите такие интересные плоды, сейчас я вам покажу поближе. В общем, кактусовое дерево, оно все в колючках, в общем, не заберешься по нему. Но плоды такие достаточно интересные, вот они падают. Сейчас мы с вами посмотрим, смотрите. Вот, то есть они мягкие на ощупь. И такие прекрасные, в общем, прекрасного желтого цвета. Вот что внутри, ну, как всегда, семечки какие-то. Вот. И немножечко действительно похоже на плоды кактусов. Переския. В общем, вот он висит, этот плод. Красивый. И дерево само такое, все в колючках. Притом колючки-то не хилые. В общем, это огромные-огромные колючки и огромные иголки. А дерево само большое. Впервые такое вижу. В общем, если хотите найти, это называется вот так вот. Переския кактус. Вот. Центральная Америка. В общем, оказывается, бывают и такие кактусы в виде дерева. Очень часто сталкиваемся с радугой здесь, на Гавайях. Ну и у них в песнях тоже поется про эту радугу. Видать, частое явление это здесь. Остров гигантский просто. Каена. Какая красота божественная. Посмотрите на это дерево баобаб. Просто какое оно гигантское, интересное, странное. И сейчас мы увидим его фрукты, и вас это тоже поразит. Они как будто бы плюшевые. Вот они. И, в общем, поверхность такая плюшевая. Вот знаете, как в детстве были игрушки у вас плюшевые. Один в один. То есть мягкие, такие приятные. Размер такой. Вот еще одно дерево поменьше. И мы видим тоже фрукты везде разбросаны. Как маленькие котята. Просто шикарно. А это тоже баобаб? Точка. Это баобаб уже с листочками.
Поразительно, поразительно. Внутри мы можем посмотреть, что там, кстати. Вот вы видите, он высыхает, потом ломается. Эта структура как будто бы дерево. Видите, то есть очень-очень плотная, очень толстая. И разбивается как будто бы дерево. А внутри вот такие деревянные семена. Такие деревянные семена. Вот как внутри это все выглядит. То есть, я так понимаю, они падают, потом высыхают. Конкретно эта кожура разламывается. Вот. И дальше вот они, эти семечки. Вот так вот. Ну вот здесь вот, допустим, уже этот плод, он дошел до кондиции. Он уже вот проламывается. А это вот только недавно, в общем, упал. Хотя нет, давно уже он тоже такой суховатый, но еще красивый, плюшевый. Интересно, если его разбить, что там внутри. Не, он очень-очень твердый, очень плотный. Но мы сейчас его обязательно расколем, посмотрим, как там. Ну вот, мы раскололи. И, в общем, вот они, семечки. Они, в общем, в такой вот белой структуре. И если вот тереть, как будто бы опилки от дерева. И вот она, сама семечка этого баобаба. Вот так вот. Вот такая красота. What Russian words you know? Vulcan. Vulcan. Ananas. Ananas. Also more than one gavno. Ananas. Просто дома на фоне этой огромной горы. Просто представляете себе, вы просыпаетесь, а у вас гора. Самое красивое в мире Бутово. Да, гора прям вам в окно говорит здравствуй. Посмотрите, дома-то сами уродские такие, построены в примитивном стиле, серые, но зато какая прекрасная гора. Everything is close. Yeah, but we stopped. No, there's a cat. Фантастические виды. Ha.
такая деревня здесь. Сейчас попытались вам сказать, как называется это место. Ну, в общем, очень интересно. Живут здесь небогатые люди. Вы можете посмотреть, как это все выглядит. Ну и как везде в США. А недалеко отсюда дорогущие дома. Мы сейчас смотрели $3 миллиона. Дом стоит на берегу океана. И чуть-чуть отъезжаешь, и здесь уже живут бедные люди. Вот. Кто себе не способен позволить жить возле океана? Ну как, возле прямо у океана. То есть Гавайи не везде дорогие, в зависимости от того, где вы. Эти старые дома здесь, недорогие машины, газ стейшн. Очень красивая эрия. Маркет. Вот такой магазинчик старый. Перед нами замечательный цветок под названием бромелия, ну или растение с цветами. Посмотрите, какой чудесный у нее мирок внутри. Она собирает так воду и маленькие-маленькие цветочки. Это дальний родственник ананаса. Красота. Сейчас мы понюхаем, чем пахнет. Тонкий-тонкий запах. Очень тонкий запах. Но не знаю, с чем сравнить. Наверное, похоже на запах орхидей, каких-то орхидей. Interesting. Водопад. Look. Little водопад. Waterfall. Little waterfall. Yeah, yeah. So sorry. У нас там велосипедистка застряла сзади, пока мы тут. Paradise, yes? Yeah. В общем, конечно, куда же идти, если не в какой-нибудь бамбуковый лес, по какой-то тропинке. Кстати, тех свиней, которых мы видели, их не усыпили, их убили. Мы здесь читали объявление, что можно их отстреливать. Здесь у нас такая живая природа. Ящерка. Вот вы видите. Ее погладить даже, видите. Унеслась. Так дернулась, аж напугала меня. Прекрасная природа. Все зеленое. Экзотичное. Один из гавайских закатов на Вайкики. Вот, вам сейчас сказали, как называется этот пляжик замечательный. Халама. Ну, в общем, не знаю, правильно ли я произношу название. Халама Блохо. Да. Ну, это вот называется вот так. Халама Блохо. Посмотрите, какая красота. Это что-то фантастическое, похожее на рай, просто райские места. Смотрите, кокос, отплававший свое. И такая маленькая-маленькая бухточка, очень красивая, посреди каких-то скал. Просто фантастика, просто что-то нереальное, просто необычайное. Это рядышком находится с моим любимым пляжем под названием Макапу Бич. Макапу Бич, вот прям рядышком, буквально
с этой же стороны, если вы поедете, то обязательно сюда приедете. Просто фантастика, просто необычайное что-то. Это, знаете, это как слушать хорошую классическую музыку. Вот. Природа, она всегда божественна, она всегда прекрасна, как дети. Просто как дети, потому что что-то в этом есть такое величественное и в то же самое время наивное, открытое, доступное, без злого умысла. Вот такая небольшая бухточка, вот такая красота. А туда дальше по дороге уже будет место силы под названием Макапу-Бич.